Большинство из вас пользуются синодальным переводом, и на самом-то деле он достаточно хорош. Ну, как бы вот, я много лет читаю разные переводы, думаю, такого качественного, как он, я еще не встречал, но там в нем есть очень много слов, которые старые слова. И ты уже, зная текст, а иногда исследуя лингвистику этих слов, начинаешь знать, как они, что они значат, и продолжаешь читать тот свой самый любимый синодальный, в данном случае. Я люблю синодальный перевод. Но очень часто неплохо взять другой перевод, чтобы почитать и увидеть какие-то слова по-другому звучащие, предложения по-другому звучащими. Обычно они не меняют смысла. И я вот всем хочу просто посоветовать. Есть такой вот еврейский Новый Завет Давида Стерна. Кто ищет, тот находит. Кто ищет, тот находит. И я советую. Есть еще. Павел, каким ты переводом пользуешься? Ты там вчера прочитал. Слово «жизнь» достаточно старое. Есть еще более новые переводы. Сейчас масса переводов. Иногда они немножко скользят. То есть их такими модерными словами там как поразбавляли. Но иногда, чтобы понять смысл текста, очень стоит, чтобы пользоваться дополнительными переводами. Ефес. Это был мегаполис древнего мира. И Павел, рав Шауль, умышленно говорю так, человек, который вырос в еврейских вещах и по-другому не мог ни мыслить, ни понимать, пишет письмо общине в город Эфес. Ефес, Эфес, по-разному его произносят. И этот город сегодня бы находился в Турции. В те времена это все было Великая Римская империя. Город был мегаполисом, то есть, как сегодня, Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург. Это был большой город, и там жила масса людей. Большой город – это обычно груженные люди. Чем меньше город, тем менее груженные люди. Ну, я думаю, все вы понимаете, о чем я говорю. Те, кто из Москвы приехал или в Москве бывал, видели, там люди бегают все время. А те, которые поехали в какую-нибудь Жмеринку, то видите, люди там как бы спокойно идут от одного места к другому, и ничего их не подгоняет. Эфес был мегаполисом. И в этом мегаполисе было целый ряд религиозных воззрений. Вообще это был свободный город. Типа современной, либеральной, не знаю, какой-нибудь столицы, одной из столиц мира, типа Амстердама. Верь во что хочешь и двигайся куда хочешь. И там было много различных культов. Один из них, самый основной, во что верили жители Эфеса и даже боролись за свои права, как поклонников этого курса, этого культа. Кто-то помнит, что это такое за культ был? Артемида Эфесская. Артемида или Астарта, или Ашторет, или есть много разных наименований. Но суть этого культа – это культ плодородия. Когда поклоняющиеся этой богине вступали в свободный секс с жрицами этой богини. То есть, по сути, это было чисто аморальное с позиции Танаха, с позиции еврейских священных писаний место. То есть, люди там просто поддерживали бесчинство сексуального самого разного характера. И, да, типа Содом и Гоморра, но в другой интерпретации. Хотя, на самом деле, хоть вы сейчас вспоминаете Содом и Гоморра, и многие говорят, что за гомосексуализм, Бог погубил Содом и Гоморру, на самом деле это не поэтому Бог карал Содом и Гоморру, есть другая причина, и она видна в тексте, но я сейчас не об этом хочу говорить, но в Содоме и Гоморре тоже такие вещи были. Культ плодородия – это один из культов, которое человечество наследовало от Вавилона. Кто-то помнит в книге «Бытия» рассказ про Вавилонскую башню? Кто-то помнит здесь? Помните, народы строили Вавилон, и исторически известно, что два культа произошли оттуда. Один культ Ваалу, один Астарте, или Царице Небесной. Слышали такое выражение? Царица Небесная вначале это
Титул не присваивался Марии, как в православии это сейчас принято. Раньше Царица Небесная это была как раз-то богиня плодородия, Астарта. И Ваал это культ, когда приносили человеческие жертвоприношения. Во многих странах такие вещи были, во многих континентах. И сегодняшние раскопки показывают, что вот алтари, на которых приносили в жертву людей, теперь этих народов даже нету. Потому что Бог карал народы, нации, которые могли заколоть для каких-то божеств идолов людей. Другой культ – это плодородие, который сегодня тоже существует. И сегодня он может быть не овеян ореолом религиозности, а просто интерпретирован как свободная любовь или что-то в этом роде. Но на самом деле это все одно и то же. Так вот, в Ефесе люди, центральный культ был Астарте. И когда там возникла община, этой общине, по всей видимости, почему я не говорю однозначно? Некоторые вещи мы не можем знать однозначно. То, что было 1000-2000 лет назад, мы не можем знать на 100%. Но, по всей видимости, община должна была отделиться от общего культурного движение в городе. Общекультурное движение в городе, они были поклоняющиеся Артемиде. А здесь, чтобы соблюсти религиозную свою ценность, им нужно было отделиться. Люди, которые пришли к вере в Советском Союзе, наверняка помнят такую вещь, что когда человек приходил к вере в бывшем Советском Союзе, у которого был культ, кто-то знает, какой культ был в бывшем Советском Союзе? Коммунизм, это была религия, что Бога нет, это тоже была своеобразная религия. То верующие, когда создавали свои общины или свои церкви, или неважно, что они создавали, как обычно, старались не брать никаких обязательств перед страной, перед партией, потому что они должны были отделиться, чтобы суметь проводить свой стиль жизни. И там, в Ефесе, по всей видимости, первая кегила, первая община – они отделились тем, что весь город праздновал культ Артемиды или разные культики, а они отделились еврейским богопоклонением. На каком-то этапе либералы, знаете, что такое либералы? Люди, которые как бы таких очень широких взглядов, но очень часто либерализм вовлекает людей в компромисс. А это плохо. Однополая любовь. Но я либеральный человек, я могу понять, что это просто у человека какой-то психический недостаток, а потом мы начинаем, но они тоже имеют свои права. То есть либерализм, когда мы начинаем понижать планку требований. На самом деле Библия, иудея-христианское наследие, Библия выставляет целый ряд требований. И Господь говорит, будьте святы, как я свят. Хотите быть со мною, будьте святы. Не хотите быть со мною, делайте, что хотите. Но здесь очень четко. Я вчера заметил такую штуку. Многие верующие верят в благодать. Что такое благодать? Но для многих в ушах благодать звучит как «я согрешил, покаялся, мне сразу простилось». Вот так многие интерпретируют. Они говорят, я покаюсь, и все будет хорошо. Может быть. Может раз работает, может два, может четыре, может пять. Но потом дверка может закрыться. И есть определенный список, который Господь требует от нас. И когда вот этот иудейский подход был там внедрен в Ефесе, они стали возрастать, потому что в миру, казалось бы, который делал всем welcome, приходите, живите с нами, давайте, вот тебе нравится секс, вот тебе это, вот тебе пятое, десятое. Люди отдурневали в этом положении и стремились к чему-то другому. И как результат, ефесская община сильно-сильно росла. И некоторые свидетельства говорят, что до 100 тысяч человек эта община имела. Но на каком-то этапе они из-за либералов стали делать компромиссы. И Господь в откровении Иоанна проговорил к ним следующими словами. Покайтесь, вы отпали от первой любви, покайтесь. И это не значило, вы меня теперь стали меньше любить.
А вы отказались от той системы, в которой вы жили, которая помогала вам быть святой. Вы держались каких-то еврейских понятий. Вы приняли какие-то определенные еврейские нормы. Почему я все время говорю про еврейские? Потому что, если мы читаем Священное Писание, между словом «библейские» и «еврейские» можно поставить легко знак равенства. Сегодня я разговаривал с одним пастором из СНГ, и мы говорили об интерпретациях Библии. Я ему сказал, это твоя интерпретация Библии. Он очень известный пастор, он часто на телевизоре проповедует. Я говорю, это твоя интерпретация Библии. Есть то, что подразумевает еврейская Библия. В моих глазах это намного больше авторитет, чем интерпретация даже самого крутого пастора. Еврейская Библия. Вот с этих позиций мы пытаемся изучать. Итак, я сейчас хочу опять немножко пробежаться по первой главе. Ничего страшного, даже те, кто слышали. Но, как я уже сказал, я сегодня изберу немножко другой метод. Я хочу пояснить несколько обозначений, о чем здесь говорится, а потом прочитать 3-4 стиха, чтобы мы вместе услышали, что до нас апостол Павел, рав Шауль, хочет донести. Итак, первые три стиха послания Ефесянов. Павел, волей Божьей апостол Иешуа Мессии, находящимся в Ефесе святым и верным в Иешуа Мессии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, благословивший нас в нем всяким духовным благословением в небесах. Павел вчера поправил, сказал благословением с небес. Несколько комментариев. Апостол. Кто знает, что такое апостол? Апостол, еще. Посланник Шалиях. Шалиях. Знающий иврит. Вот у нас сейчас была небольшая здесь группа, и нам нужно было перекусить. И мы позвонили в пиццу, и пришел Шалиях, апостол с иврита, и принес нам две пиццы, чтобы накормить гостей. Шалиях, апостол пришел. Правильно, апостол тот, который переносит. Но на самом-то деле, когда мы смотрим на тех библейских или новозаветних апостолов, мы видим, что это люди, которые были запечатлены самыми различными дарованиями и силами, особенными от того, что имеем мы сегодня. Те из нас, кто уже определенный стаж имеет в вере, встречали апостолов. Вы знаете, я бывает езжу в Америку или в такие страны, где мне приходится, особенно у англоязычных, не один раз была ситуация, когда мне давали визитную карточку, и там написано «апостол». Апостол, апостол. Я, честно говоря, побаиваюсь этих вещей. Возможно, в сегодняшней интерпретации это апостол, кто насаждает новые общины. Возможно, это и так. Но это совершенно другая позиция с теми апостолами, которые практически напрямую от Господа, от Иешуа, приняли посланничество. Уяснили момент? Другой момент. Святой. Вчера мы разбирали это слово. Что значит слово «святой»? Как на иврите слово «святой»? Что значит слово «кадош» или «мекудаш»? Отделенный. Отделенный для чего-то. Когда ты посвящаешься чему-то, и этого нужно держаться. Здесь используется слово «кдушим», «вецадиким». Святые и праведные, то есть отделенные для стандарта праведности. Кто-то может мне так навскид сказать, где в Писании есть какие-то определенные требования для нас? В Римлянам. Что там написано? Ну, хотя бы общее. Дела праведности такие, в Галатах такая же есть. Помните, там есть такое выражение «дела плоти». Дела духа, дела плоти, дела... Вся Тора напичкана высказываниями, которыми Господь требует от нас. Известные 10 заповедей. Часть из них «да-да-да», часть из них «нет-нет-нет». Для чего нам нужно читать Священное Писание? Чтобы знать, чего требует от тебя Господь. Чего это есть, когда мы посвящаемся Ему. Я хочу здесь сказать сразу людям, которые, возможно, много верующих, может, это мало верующие, всегда есть противление.
Противление не только верить, противление еще совращать тебя. То есть оно тебя всегда куда-то старается увести. Какое-то искушение тебе пытается дать. И люди, поддавшись на искушение, уходят от стандартов праведности. И они говорят, ну ладно, помолюсь, я уже третий раз сегодня говорю, проститься мне. Может, да, а может, на каком-то этапе прекратится прощаться. Потому что написано в Новом Завете, что не остается жертвы искупления, если мы произвольно грешим. Что такое произвольно грешить? То есть мы знаем, что это плохо, но мы надеемся на вот это вот покаяние, и мы все равно продолжаем упорно делать. Часто это втайне. Часто человек такой, знаете, пушистый и розовый, как выражение это знаете все. Окей. Здесь написано, находящимся в Эфесе святым и верным. Хочу сразу еще раз повториться, слово верный. Вчера мы говорили, верный лучше, чем талантливый. У парня плохо с... дать тебе кофе? Я прощаю. Прощает ли он? Он прощает. Я знаю, что он прощает. На самом деле, кому не интересно, никого не задерживать, на самом-то деле, ну, чтобы было понятно. Давайте отключим. Верный. Вы знаете, есть очень талантливые люди, которые страдают верностью. Есть менее талантливые, которые очень верные. Люди, которые... имели какие-то бизнесы, руководили какими-то коллективами, знают, что талант или способность, ее можно приобрести. Верность – это штука, которая очень ценна. И даже когда у человека немножко недостает способностей, но он верен, вот такого человека нужно держаться. Вы знаете, Господь по отношению к нам таким же образом проявляет себя. Смотрит, как мы проходим то, что мы должны пройти по жизни. Я вчера пояснил такие слова «благодать» и «мир». Кто помнит, что значит слово «благодать»? Хесед, да, но в каком контексте его Павел использует? Правильно, молодец. Как мы говорим «привет», у греков было слово «благодать». А у израильтян, у евреев было слово «шалом». И я вчера говорил, что ефесская община, она бы состояла из иудеев, из еллинов, из неиудеев. И Павел пишет обоим группам одновременно, и поэтому сразу обращается и к тем, и к другим. «Хесед лахем вешалом». С тех пор это такое используемое слово. Но это не было только лингвистически правильно. На самом деле все послание Павла содержало в себя две базы. Мы ищем хесед, благодать, и мы ищем шалом. И он желает людям эти слова. И благословленные небесными благословениями. Вчера Павел очень классно это прокомментировал, что мы уже имеем целый ряд даров от Господа с небес, которые, естественно, не имели. Они помогают нам двигаться вперед. Я еще раз читаю текст. Пожалуйста, услышьте его сейчас. После вот этого короткого пояснения. Павел, волей Божию апостол Ишуа Мессии, пишет вам. В Ефес, не Ефес, не так важно. Вам, святым и верным. И говорит, благодать вам и мир от Господа нашего, Ишуа Мессии. И он говорит, благословен Бог и Отец Бога нашего, Господа нашего, который дал нам способность ходить за Ним. Это уже личностное послание. Он нам говорит. Он дал нам способность. Каждый из вас имеет эту способность. Остановимся на этом и перейдем к следующим трем словам.